Всем привет, дорогие друзья из солнечной и волшебной Алании. Мы находимся на Домлаташи. И сегодня мы пришли с вами в магазин Виктории, который называется Виктория, в котором продаются потрясающие вещи из серебра, украшения из серебра с драгоценными, полудрагоценными камнями. Где же находится этот магазин? Многие из вас здесь были, знают. Обязательно смотрите в описании к этому видео все контакты этого магазина, ссылку на карту, ну и, конечно же, контакты Виктории. Ну а чтобы попасть в этот магазин, вам нужно приехать на Домлаташ. Прям за мной находится знаменитый пляж Домлаташ, который находится совсем недалеко от канатной дороги. А если повернуть в эту сторону, то вы попадете на центральную улицу, на улицу Ататюрк. Поэтому смотрите все ссылки в описании к этому видео и обязательно приходите и покупайте красивые и классные вещи из золота, серебра с натуральными камнями. Вещи, которые Виктория выбирает и продает действительно с любовью. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я владею этим салоном, продаю серебро, камни, делаем ремонт, изготовление изделий из серебра, золота также. Принимаем лом, обмениваем лом на товары. Все к вашим услугам. Дорогие друзья, все прекрасно знают Викторию, и многие из вас приходили в салон Виктории, покупали здесь невероятно красивые и классные вещи, ювелирные украшения. И Виктория, вам большое спасибо за что? За то, что в вашем салоне можно найти не просто классические украшения султанита, да, например, но самое интересное то, что у Виктории есть уникальное украшение с выставок. Я люблю вообще людей украшать, так можно сказать. И все, что вот я продаю, продаю от сердца. И все украшения несут с собой хорошую энергетику, вот так можно сказать. В салоне есть украшения из серебра, да, с различными камнями, с вашим любимым султанитом. А какие, скажите, пожалуйста, какие дополнительные услуги еще у вас есть? Помимо того, что вы принимаете лом, делаете чистку, что еще есть у вас? Изготавливаем изделия из вашего серебра или из нашего серебра, или из золота, из ваших камней или из наших камней. У нас очень хороший выбор натуральных камней. Вплоть до бриллиантов, все есть в этом. Можете принести свой рисунок, можем сделать для вас дизайн сами. То есть, поэтому все что угодно, от самых элементарных украшений из серебра до невероятно красивых, которые мы сейчас вам и покажем. Анастасия, хочу начать с моих любимых камней. Обожаю натуральные камни вообще. Вот это все камни с Бразилии, все изготавливалось здесь. Под каждый камень отдельная обработка. Здесь идет жемчуг, опал и аметист. Каждый камень несет свою энергетику. И обычно человек глазом даже берет свой камень, то, что ему будет полезно вообще носить. Это серебро. Серебро, позолота и эмаль. Вот это брошь. Ее можно использовать как подвеску. Там идет и для подвески, и брошь, вот такая вот. И сережки. Вот очень редкая зеленая бирюза есть. Такой цвет необычный. Это такая зеленая бирюза редкая. Вещи массивные, как бы, ну, по цене получается, если у вас есть старый лом, вот в серебре там. Что-то ненужное, старое, можете привозить, менять. Почти все камни из этой вот таблицы, у нас почти все камни есть в магазине. Диаспор, это султанит имеет название, другое название, его называют диаспор. В Европе его диаспор называют. Сейчас султанит популярный камень, самый популярный. Аметист, аметрин, мои любимые камни. Авентюрин. Я вообще люблю более зеленые, фиолетовые оттенки. Это для меня, для у каждого свое. Вообще, вот по, если по гороскопу, например, мне нужна бирюза. Я бирюзу, голубую вообще бирюзу, я не очень как-то. Ну, каждый вот свое берет, да, зеленую, да, можно. Ну, каждый, как бы, не все по гороскопу, надо чувствовать, что тебе именно нравится. Вот опалы обожаю, опал. Кстати, у нас хороший выбор из опала есть.
Параиба у нас есть. У нас здесь вот голубая, у нас с зеленцой параиба. Это разновидность турмалина. Бразильский камень. Параиба. Угу. Турмалины на любителя, топаз. Кто был в нашем магазине, уже знают этот наш угол для людей, кто любит султанит. Все уже знают, заходят сразу сюда напрямую. Здесь все султанит. Вот это есть гвоздики всякие, висячие, всякие сережки, комплекты. Кольца отдельно там на витрине еще есть. На любой вкус. Скажем так, гвоздики самые маленькие от 10 долларов. Если небольшие такие вот на молодежь, там от 40 долларов. Вот такие. Друзья, как вы видите, у Виктории продаются вещи просто нереальной красоты. Ну, конечно же, это для ценителей вот такой вот красоты. Но даже с каким-то совершенно простым черным платьем, да, это будет смотреться, ну, просто, просто потрясающе. Поэтому обязательно обращайте внимание вот на такие красивые вещи. А самое главное, не бойтесь их. Посмотрите, какая красивая тонкая работа. 925-я проба, позолота идет. Очень ага. Нереальный изделие. Позолота 925-я проба. Помимо этого, как Виктория уже показывала, огромное количество самых разнообразных браслетов. Вот очень простых, да, вот такого вот плана в виде цепей, да, они в виде цепей получаются. Ага. Но тоже с такими вот интересными деталями до, посмотрите, вот таких вот шикарных, шикарных. И на самом деле, несмотря на то, что он такой массивный, он ну, достаточно легкий, да? Да, очень красивый. С позолотой вот эти вот браслеты, они тоже легкие на самом деле. Но это камни, получается, циркони. Да, циркони. Есть очень простые модели, ну, прям супер простые. Есть с цирконием. Да, есть вот, например, из серебра. Ну и, конечно же, что самое удивительное, это самые разные браслеты. Вот мне, например, понравился очень вот этот вот браслет. Виктория, вы говорили, что это перламутр. Цитрин. А вот цитрин, ага, ребята, обратите внимание, кто хочет зарабатывать больше и быть успешным, цитрин, да, камень? И вот этот камень вы говорили тоже, что... Зеленая бирюза. Зеленая бирюза редкая, тоже из Индии. Вот это вот такое современного стиля украшения, да? А это такое более классическое, под камей немножко, камей напоминает. Очень-очень красивые, да, украшения. И на самом деле, несмотря на то, что камни достаточно массивные, да, они смотрятся очень изящно. Наш любимый султанит. Султанит, да, посмотрите. Не забывайте про султаниты. И в этом году я вижу у вас новые модели, да? Вот это вот новые модели этого сезона. Опять же, более такие массивные, лаконичные. И вот с огранкой, с камнями вокруг. Если говорить о кольцах, например, вот к этому набору идет также вот такое вот кольцо. Посмотрите, какая красота. Вот это вот получается серебро с позолотой. Да, серебро с позолотой. С позолотой розовым золотом, желтым золотом. И к нему есть также вот такое вот колье. На самом деле тоже смотрится очень красиво. Для любителей массивных цепей с, да, как это называется даже, подвески. Да, с массивными подвесками, если вы, например, мотобайкер, вы можете, да, на свою кожаную куртку надеть вот такую вот цепь, и она будет смотреться очень-очень красиво. Для девушки рядом. Ага, это мужчинам, а для девушки рядом, посмотрите, какая красивая цепочка и очень красивая застежка. И на самом деле, и здесь получается это лазерная обработка, да, камушки. Или камушки? Камушки, видите, блестящее серебро и с камушками, с цирконием. Вот это вот очень красиво. А здесь, да, здесь, например, серебро прям... Блестящее, блестящее серебро, кто что любит.
Посмотрите, здесь не только подвески красивые, здесь очень красивая сама цепочка интересно сделана. Вот такие вот, как скрепки, очень популярные в этом году. Это серебро по золоту. Вот кто не любит золото по золоту, вот такие вот есть серебре. Очень популярны сейчас для молодежи. Вариант, как скрепки. Здесь султанит у нас опять же. Браслетики разные, все серебро. То, что вы видите желтого цвета, это все серебро по золоту. Золота нет, золото только на заказ. Если вот есть мужские кольца, женские кольца без камней, всякие подвесочки, все есть. Опалы, белый опал, голубой опал. Опять же султанит здесь. Крупные цепи есть на мужчин, кто любит крупные изделия. Обручалки всякие есть. Параиба, бразильский камень, который орел, очень похож на изумруд, но он очень яркий, насыщенный. Все на ваш вкус, все для вас. Браслетики хорошие. Опять же, султанит, вот крупные есть изделия. Вот опять же, изделия с опалом, очень популярны. Опал вообще, это классика. Особенно летний, вот, ну, до зимы. Если белый опал, можно зимой носить, а голубой, он как-то на зиму больше не идет, больше на летнюю одежду он подходит. Подвесочки всякие. Вот есть колокольчики для детей. Добро пожаловать в наш магазин. Работаем круглогодично. С утра до вечера, без выходных. Ждем вас. И в этом сезоне у Виктории в магазине появился очень интересный камень. Виктория, расскажите, пожалуйста, что это за камень? Бразильский камень Параиба. Это семейство турмалинов. Ага. Такой зеленый турмалинчик Параиба. А какие особенности у этого камня? Очень полезно для глаз, например, этот камень вообще. Особенно, кто сидит постоянно в офисе, работает за компьютером, отвлекаться, посмотреть на зеленое, для вас это вообще очень полезно. Есть вот такие вот простого дизайна. Вообще он несет как счастье, как энергетику дает. Зелень всегда дает энергетику. Энергетика, счастье, да, лето. Посмотрите, на самом деле камень очень насыщенный, но одновременно с этим он достаточно такой прозрачный. Поэтому он будет красиво смотреться. И на белом, и на темном. Да, зелень ко всему. Да, очень-очень интересный. Обратите внимание, например, если вы уже купили много султанита, да, обратите внимание вот на такой необычный камень, потому что насколько он редкий, насколько часто с ним делают украшения? Не часто вообще, его не всегда найдешь. Такой, его немного, этого камня. Да, поэтому если хотите что-то вот интересное. И, кстати, кто любит жемчуг, он очень хорошо с жемчугом сочетается. Нитка жемчуга, вот такие вот сережки или кольцо бомба. Ага. Очень на самом деле красивый, да, необычный. Большое количество, опять же, колец из султанита, с султанитом, с цирконием, от самых простых до, посмотрите, вот даже видите, камни, более глубокий цвет, более такой нежный. Есть камни, есть кольца и с большими камнями, а еще есть вот такие вот удивительные, классные, красивые, невероятно мощные кольца, но достаточно простые, поэтому опять же говорю, не пугайтесь таких больших камней. Они смотрятся шикарно. Даже, мне кажется, с деловым костюмом, с очень лаконичным черно-белым, это будет смотреться очень красиво. Ну, а вот этот уже более такой вечерний, да, вариант. Вот два варианта. Один можно днем. Это такое промгравское. Да, а вот этот вечерний. Очень красивые. Достаточно они массивные, но легкие. Виктория, скажите, пожалуйста, вот, например, я померила это кольцо, да, а оно мне большое. Можете ли вы, да, вы можете уменьшить, и уменьшить, и увеличить. Да, поэтому самое главное здесь выбрать то, что вам нравится, а по размеру уже смогут подогнать. Вот тоже очень интересно, как будто капелька султанита, да, на вот такой вот серебряной дорожке. Это тоже цирконий, да? С цирконием. Посмотрите, как красиво смотрится. Очень красиво. Хрусталь. Разных цветов, да, получается? Ага. А вот это? Это черный турмалин, шару. Черный турмалин и хрусталь. У нас здесь своя мастерская, здесь все производство проходит. Здесь на данный момент он увеличивает кольцо. Нури скоро будет готово? Да.
Также есть мужские кольца, да? Здесь получается камень. Оникс. Оникс. Агат. И вот такой вот тоже массивный. Интересный массивный перстень. Очень много, кстати, да, разных вариантов. Вот с камешками мелкими. Да, посмотрите, какая красота. Перстни, да, такие интересные. Очень красиво. Вот прям у кого такой строгий стиль. Костюм. Да, это смотрится просто шикарно. Виктория, а если, например, мы выберем вот это вот кольцо, сможете ли вы, например, сделать к нему, я не знаю, там, подвеску или на рубашке? На манжеты на рубашке. Поэтому, видите, даже если вы нашли одно кольцо, запонки можно сделать даже комплект. Поэтому смотрите, какая красота. И, кстати, вот эта форма сейчас вообще в моде. Очень красивая вот эта вот форма. Она смотрится просто шикарно. Поэтому вы можете выбрать, начиная от самых лаконичных до с камнями, с огромными камнями, для вечерних выходов. Также есть большой выбор цепочек. Цепочки, как мы уже показывали, от супермассивных до таких вот повседневных, да, грубо говоря. Это цепочки, получается, серебро, да, также здесь есть вот это с позолотой, да, вот да, эти вот с позолотой. Ага. Они совершенно разные. А, ну вот, есть, кстати, вот с такими вот. Кто любит длинные? Вот с такими вот кружочками. Кстати, если вот такие вот. Бом или изделия, чтобы не пользоваться, привозите, меняйте, вот. Давайте мы переплавим все на новые изделия. Да, можно либо сдать, переплавить на новые изделия, либо можно обменять. Вот посмотрите, такие мощные, красивые цепочки. Ну и, конечно же, если у вас есть изделия, можно прийти почистить, да, у вас конечно. Изделия. Отремонтировать, да, тоже все. Порядок, да, тоже все эти услуги у Виктории в салоне есть. Мастер также у вас находится здесь, поэтому он сразу может посмотреть, определить, взвесить и оценить ваши украшения. Как только что Виктория говорила, в магазине можно поменять украшения, сдать лом, можно из этого вашего лома сделать что-то новое. И опять, как и в прошлый раз, я пришла со своим ломом. Сейчас мы его оценим и посмотрим, что же мы из всего этого можем сделать. Но хочу опять же сказать большое спасибо Виктории, потому что те украшения, она очень терпеливо всегда со мной выбирает. Мы выбирали очень много из очень многих колец, подвесок, сережек и так далее. Но все равно, когда что-то выбираешь у Виктории и уходишь от нее с украшением, это вот прям украшение, которое даже снимать не хочется. Поэтому спасибо большое. А друзья, а вы обязательно смотрите в описании к этому видео все контакты этого магазина. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно заходите, смотрите, мерите разные украшения. Ну и, конечно же, покупайте то, что, как Виктория, как вы говорите, что вам по душе. А мы с вами прощаемся. Добро пожаловать в магазин Виктория, Сильвер, в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.